В швейной мастерской «Изгилик» пока будут работать 10 женщин. Динара Жултаева – одна из них. Многодетная мать воспитывает 4 детей. Младшему 4, старшему 12 лет. В цехе работают по индивидуальному графику. Помимо работы, женщина должна заниматься воспитанием детей. Год назад, после продолжительной болезни, умер муж. Семья наша испытывала трудности. Тогда нам помогли активисты благотворительного фонда «Изгилик». Они все время были на связи. Вот пригласили, сказали, будут обучать кройке и шитью. Я согласилась. Научилась шить. Спасибо. Активисты фонда решили поддержать многодетных матерей, чтобы в будущем женщины смогли открыть свое дело. Если раньше мы помогали многодетным семьям и женщинам, оставшимся без кормильцев, продуктами, то теперь мы решили помогать им приобретать новую профессию. В швейной мастерской женщины научатся портному делу. В дальнейшем они могут заниматься предпринимательством. Они могут рассчитывать на гранты. Перспектива для профессионального роста большая, лишь бы было желание. Швейному делу женщина обучает Айгерим Тастамбек-Кызы. Заведующая мастерской не понаслышке знает, как это без кормильца поднимать детей. Айгерим – сама многодетная мать. Я сама из Алматинской области. Похоронив мужа, приехала в Шымкент. Искала работу. В благотворительный фонд пошла не за продуктами, а за поддержкой, чтобы помогли найти работу. Портному делу я обучилась самостоятельно, ходила на курсы. Теперь свои знания передаю женщинам. В Шымкенте планируют открыть еще 3 швейных мастерских. В разных частях города постоянной работы будут обеспечены свыше 100 многодетных женщин. Шанар Уразова, Ерлан Бексаидов, Нургельда Садуакас, информационная служба телекомпании «Отрар».